Мы здесь. Внизу. Так. Уже и... Сейчас попробую с тылу посмотреть. Пройди со мной ралик. Командир, на мне ралик. Уничтожаю. Отлично. Уничтожил? Да, уничтожил. Подойдите ко мне, сейчас ролик скинем. Погнали, займем тот дом. Принято. МСП на метке танка. Я пошел, прикройте. Принял. Осторожно, машинка едет какая-то. Достаточно тебе либо установить липучку, там сам разберись. Установил заряд. Отходи, осторожно, машина. Осторожно, машина, да-да-да. С моей стороны. Принял. Там еще один. Где машинка? Машинка прямо у меня, позвони, видишь ее? Вижу ее, вижу. Это командирская. Снял. Да я снял его. Все, тогда сейчас еще и ебнем. Ну тут придется уже тратить заряд базуки. Отлично, там какие-то террористы нас здесь. А, Эрик, ты видите медик, да? Да, давай. Окей, окей. Нет, мне помощь нужна просто. Я думал, ты стрелок, у тебя нет, патроны нет, есть. Нет. Наш танк едет, наверное, на метку танка. Да. Может быть. У церкви вижу пехота. Пехота у церкви, так точно. Принял. Вижу двоих. Да, они бегут в сторону туда МСП за дом. Точки. Ну, они рисуются на точке. К нам идут. Начать огонь? Не-не-не-не-не. Это просто пулеметчик. Да, добивайте. Ну ладно. Будьте здесь, я сейчас сбегаю, обновлю. Жаба нас справа будет сейчас обходить. Нет, он перестреливается с нами. Все, убил. Едет техника. А, жаб. Техника. Где? По-моему, по главной дороге. Танк, слышу. Слышу, так точно. Жаба, аккуратней, там была пехота еще у дома. Загорелой машиной. Вот он подъезжает, прямо по дороге едет. К командирской машине подъезжает. Что за танк? Тигр.
Так точно вижу. Бочина, бочина будет. Он меня заметил. Вернее, я стоял. А, на улице еще. Я его снял. Это был радист? Не знаю, наверное. Нет, это был не радист. Ладно, ничего. Радист на втором этаже. Снял его. Блин, они на улице. Давайте отхиливайтесь и ко мне. Мы живы. Да мы и целые. Осторожнее, здесь танк сейчас будет. Бегом. Ой-ой, не успеем, не успеем, не успеем. Дом, быстро в дом. Дом. Он на перекресток выкатился. Не выходить сюда, а через эти. Это я кванцер. Причем обычный. В нашем доме противник, в том, которому первый занимали. Принял. По-моему, убил. Давай, беги. На площади. Нет, я лежу пока. Осторожнее, но, по-моему, я его повалил. Я панцирь цел, его не порвали. Понял. Воронка сдает назад. Сдает, да. Встал напротив нашего дома. Разворачивается. Хорошо. Уходите оттуда, он сейчас по вам будет стрелять, наверное. Нет, он еще не повернулся, он даже нас не видит. Эрик, тогда сможешь поднять меня? Я вот вылезу. Бегу. Тебя пехота свою лила, нет? А, танкист. Какой-то танкист бегает с МПшкой. Да, он меня лежит здесь, мертвый. Ох ты. Штука. На МСП, наверное. Или нет? Вот на втором этаже, я видел его, он по мне стрелял. Да, и он меня убил. Сейчас подумал. Нет, оставь меня. Беги к нему, командиру. Я с другой стороны проезжал. Все тогда. О! Все, ралик. Вставай на ралике тогда. Идите поднять. А, ну ладно. Нет, все, я встаю на ралике. Сейчас тоже накрою. У меня тут танк. Принял. А меня нормально заспаунил, кстати. Я так походу один удачливый такой, да? Командир, там через воду поехал, смотри, куда я смотрю. Это сковородка. Да, он разворачивается. Твою мать, не успел. Ралик красный, снова подходит противник. Хорош. Их они везде практически. Мы перестраиваем. Эрик, X
тебе вроде кто-то забежал в кусты. Танк не может понять, что он упали. Фух, слава богу.